Всем привет, добро пожаловать в новое видео. Это вообще-то должна была быть часть влога, но потом я так посмотрела и вижу, что слишком много вещей и аксессуаров. Пусть это будет отдельный ролик с примеркой, типа как онлайн-шоппинг со мной. Я также покажу вам, как я примеряю эти вещи дома с тем, что у меня есть. Расскажу, что мне нравится, что нет, что я буду отправлять обратно и вообще, стоило ли оно того. Я сегодня буду показывать вещи и аксессуары тех брендов, которые у нас не представлены в стационарных магазинах, но я часто вижу их у блогеров, я где-то видела рекомендации, и мне самой стало интересно. Также вы просили меня узнать и проверить, какое же качество у марки And Other Stories. Это старшая сестра H&M, но у них лучше составы, лучше качество и выше цены. Но не всеми вещами я довольна. Также я ради интереса заказала ботинки, которые вы однозначно могли видеть у многих фэшн-блогеров. И мне есть что сказать, так что давайте поскорее начнем. Я надеюсь, что вам будет интересно. Не забывайте поставить пальчик вверх. Поехали! Я думаю, что я сейчас никого не удивила тем, что заказала самые популярные ботинки. Это такая модель, которая считается и классикой, и также сейчас на пике популярности. Значит, смотрите, по сравнению с другими ботинками такого плана, которые я примеряла и в Страдивариусе, и в Заре, у меня у самой из Массимо Дутти, кстати, они мне до сих пор не натирают, все с ними хорошо. Так вот, эта пара более тяжелая, то есть они прям такие конкретные. Это раз. Во-вторых, здесь полная размерная сетка, то есть если носите 38, то берете 38. У меня, между прочим, 38 на 37,5, и они мне велики. Также эта модель вообще не давит здесь, то есть она подойдет даже не на узкую ногу. Если прям супер широкая, то здесь я не ручаюсь, но ноге очень комфортно, в них ничего не придется разнашивать. Эти ботинки меня смущают тем, что здесь только шнуровка. То есть, видите, каждый раз придется как-то их расшнуровывать, зашнуровывать. И это не совсем удобно. Особенно зимой, поверьте мне, что может довести до безумия. Внутри здесь также кожа, нет никакого утеплителя. Но для такой европейской зимы или с теплым носочком самое то. И еще благодаря вот такой высокой подошве, это спокойно 2,5-3 сантиметра, вам не будет так холодно от земли. Вот так эти ботинки смотрятся на мне. Они довольно массивные, еще и увесистые, то есть можно накачать ноги в повседневной жизни. Я шучу, но мне кажется, что конкретно на моем телосложении эта модель не совсем выигрышно выглядит, и я их оставлять точно не буду, хотя бы потому, что размер не мой. То, что сейчас на мне, это шелковое платье, которое я также покупала в And Other Stories. Точнее, оно не угольно-черное, а больше как такой гранит, что-то в этом духе. То есть по сравнению с мега-черными ботинками, видите, что платье посветлее. Платье с разрезами с двух сторон. Мне это нравится, когда выглядывает чуть-чуть ножка. И платье очень легкое, очень универсальное, базовое. И в первый мир, как я люблю говорить, можно поверх набросить объемный жакет, и получится вечерний вариант. Или вот такой повседневный с кардиганом. Так как я переживала, что моя посылка со свитерами ко мне не доедет, я заказала этот кардиган в And Other Stories. И вот так издалека это все смотрится лучше, чем тогда, когда я просто сижу в этих вещах. И мне нравятся объемные кардиганы. Этот кардиган я, к сожалению, также верну. Почему? Потому что тот, который я заказывала из России, гораздо красивее. В составе этого кардигана есть мохер, и он лезет как не в себя. Вот этот ворс, он везде. И, возможно, даже на платье вы могли заметить какие-то ворсинки. Это от него. Также этот кардиган колется, поэтому вот сейчас стою дома. Да, у нас не супер холодно в доме, но я его прям на себе ощущаю. Так что, к сожалению, кардиган едет обратно. А платье я уже ношу, оно мне очень-очень нравится. Это супер покупка. Это сюрприз. Ко мне приехали новые модели бренда Mills Carta. Сейчас возьму сумочку, которой я дополню этот образ, поменяю обувь, кардиган и покажу, как я буду это носить. И вот так мне нравится гораздо больше. Что скажете? Как будто, вот знаете, похожий набор вещей, но более стильно, более аккуратно, более как-то так к месту. Ботинки мои, которые я уже упоминала и несколько раз вам
показывала кардигане через несколько минут. И также сумочка Милс Карта в черном цвете. Эта модель сейчас является мега трендовой, мега модной. Здесь есть несколько элементов, которые вы можете сочетать в зависимости от настроения, от стиля вашего наряда на каждый день или на выход. Здесь есть монетница, широкий ремешок. Вы сумку можете носить через плечо, как сейчас на мне, или просто повесив на одно плечико. Здесь есть основное отделение. Вы можете повернуть этой стороной или абсолютно гладкой, без какой-либо надписи. Также есть цепочка, которую можно повесить вот так или использовать в качестве ручки. И еще мини-сумочка, которая может послужить вам вечерним вариантом, например. Или если хочется чего-то модного, то нацепить все сразу, так как у меня сейчас. И это выглядит так интересно. Мне кажется, что она вот больше всего задает настроение этому наряду. Напишите, как вам. Я обожаю сочетание женственности, какой-то хрупкости, нежности с вот такими более смелыми деталями. Если вы не впервые смотрите мои видео о покупках, также влоги, если вы следите за мной в Инстаграме, то вы видите, что я часто хожу с сумочками Милс Карта. Это одни из моих любимых производителей. Это, кстати, компания родом из России. Они производят свои изделия в Питере, и они отшивают небольшие такие капсульные коллекции по 50 штук каждой модели. Крайне мала вероятность того, что вы на улице встретите кого-то с такой же сумкой. Они привлекают взгляд, они очень качественные, у них классная фурнитура, которая не разваливается, не облезает. А я хожу не только с их сумками, ну там на каждый день, с какими-то трендовыми моделями, а также у меня есть сумка, которую я беру с собой в путешествие. И ну, я так неделикатно с ней обхожусь, набиваю вот полностью по максимуму, и в дороге там не особо как-то следишь за тем, как ты положил что-то, как там что-то в багажнике, и с этой сумкой ничего не происходит, ни ручки не оторвались. Ну, в общем, все прекрасно, и это те вещи, которые, знаете, проверены на прочность. Вот мне правда искренне они нравятся, и ну, вы видите, что я их ношу, и они всегда вызывают очень много вопросов. Если вас заинтересовало, то вы найдете всю информацию в инфобоксе со всеми нужными ссылками, и также у меня есть промокод, которым я просто могу с вами поделиться. Я с этого, как всегда, ничего не имею, но тем не менее, я думаю, что когда ты что-то покупаешь, и у тебя есть небольшой бонус в виде скидки, это всегда очень приятно и полезно для кошелька. И, собственно, кардиган от бренда AIM. Видите, что здесь очень-очень красивая пряжа. Это вот сразу видно невооруженным взглядом. И, кстати, здесь 50% шерсти и 50% акрила. Но это делается для того, чтобы шерсть не скатывалась и чтобы изделие дольше прослужило. У меня есть их вещи еще с прошлого года. Весной я вам показывала такой объемный полосатый свитер. И мне кажется, что вот даже по сравнению с And Other Stories видна разница, да, до и после, как выглядел тот кардиган и этот. Этот мне нравится гораздо больше, и благодаря вот именно такой вязке я считаю, что это смотрится так, вы знаете, дорого в хорошем смысле этого слова. По цене я не помню, какой из них был дороже, но я без сомнений оставляю этот. Мне кажется, что это супер неожиданно для меня. Прям вообще нетипичное платье, но мне показалось, что оно настолько интересное. И так как все же грядут праздники, мне хотелось чего-то необычного, чего-то такого, вот знаете, прям жемчужинки в гардеробе не хватало мне, и я решила попробовать примерить это платье. Я также хотела надеть его на девичник, но оно приехало чуточку позже. Я сомневаюсь, оставлять его или нет. Пожалуйста, напишите, как вам. И поэтому я его не отпаривала, дабы, не дай бог, не испортить. Ткань здесь не совсем, знаете, такая простенькая. То есть она чуть-чуть поблескивает, но не выглядит дешево в жизни. Я думаю, что если хорошо разгладить, то будет вообще шик. И, между прочим, звериный принт не теряет актуальности, но это не типичный тигр и всякие там пятнистые, это больше в сторону зебры. И мне нравится, как это смотрится. Здесь вот
как бы сделана под запах, но я не пробовала развязывать, если честно. Здесь все запрятано, между прочим, то есть можно не бояться, что будет заметно лишнее, и тоже скрывается животик. То есть если вечером съешь лишнего где-то на празднике, то это не особо будет бросаться в глаза. Также очень интересный разрез. Я люблю разрезы, когда выглядывает ножка, это всегда так секси-шмекси. Очень прикольно смотрится. И сзади, вот как Томик сказал, что для этого платья нужен слуга отдельный. Сейчас не особо видно, но там очень большой вырез. И также сзади застегиваются пуговки. Я хочу вам сказать, что сережки из AliExpress это моя лучшая находка за год, потому что они смотрятся так здорово во многих образах. Я оставлю вам ссылку, даже когда празднуешь дома в семье, в узком кругу. Все равно, знаете, такой нарядненький элемент, очень-очень выигрышно всегда это выглядит с каждым нарядом, я вам серьезно говорю, и при этом они легенькие, очень-очень кайфовые. А платье можно, конечно же, надевать не с грубыми ботинками, но я хотела показать вам, что даже с такой повседневной обувью оно выглядит интересно. И вы можете, конечно же, выбрать каблук, сапоги какие-то другие, но я не хочу, чтобы это платье вот прям лежало от случая к случаю. Я хочу надевать его даже в такой обычной жизни. Поверх можно набросить самое простое базовое пальто-халат и также, например, кожаную куртку. И дополнила я образ еще одной новинкой от Mills Carta. Кстати, я не ожидала, что она ко мне приедет. Спасибо большое, очень интересная. Я никогда не наглею. Даже когда мне разрешают что-то выбрать, то я всегда беру не максимум, а то, что мне хотелось бы носить. Сумка очень интересная, беленькая, с таким ненавязчивым логотипом. Также можно развернуть другой стороной, то есть она двухсторонняя. И также здесь есть два ремешка на выбор. Один вот такой широкий, которые регулируются, можете носить как кроссбади, опять же, или на плечо повесить так, как я, или в качестве вечернего варианта просто цепью. Сейчас покажу. Вот так, то есть, опять же, сумка и на каждый день, она среднего размера, но у меня сюда спокойно поместится все, что мне необходимо, куда-то там в магазин, поехать за детьми и так далее. Как вам платье? Потому что для меня это максимальный выход из зоны комфорта. По-моему, кайф. В предыдущем видео о кислотах вы меня забомбили вопросами: Оля, откуда у тебя такой красивый свитер? На самом деле я заказывала его еще год тому назад. Он очень качественный, он очень теплый, он очень объемный, там шикарная пряжа. И в этом году я уже заранее, так с августа, начала готовиться к холодному сезону, и я знала, что я буду вновь заказывать свитера, трикотажные изделия у бренда Aim. Я надеюсь, что я правильно произношу, без понятия, видела только в инстаграме, что девчонки заказывали, а видеообзоров я еще пока что не встречала. Я заказала сразу несколько вещей, и я так долго ждала эту посылку, потому что таможенники ее, к сожалению, задержали, но мне пришлось вооружиться терпением, так сказать, и ждать. Все изделия приходят в очень красивых таких тканевых мешочках, которые я повторно использую, и в них же можно хранить свитера, если вы упаковываете и убираете все, например, на теплое время года. Мы с вами продолжаем. На мне сейчас обновка из H&M, это рубашка из их актуальной коллекции. Кстати, у меня размер M, я специально взяла побольше, чтобы она была длинной, мне нравится, как это выглядит с жилеткой, чтобы рубашка немножечко была ниже. Если вы высокая девушка, то такая жилетка будет очень круто смотреться с джинсами, особенно с такими широкими и прям в пол, или с брюками. На мне это выглядит, ну, пока что я, наверное, к себе к такой не готова. Поэтому я надела леггинсы, они какие-то супер старые из Зары, но я их люблю, ткань плотная, они хорошо носятся. Кстати, ботинки, не ботинки, сапоги у меня тоже старые, я покупала их в прошлом году, это Корзам из Зары, и вот на удивление они тоже не разлезлись, они до сих пор прекрасно носятся, и буду продолжать носить их в этом году. Я думаю, что похожую модель вы без проблем найдете в актуальных коллекциях, и не только в Заре, еще и в коже будут. Ну, в общем, стоит только заморочиться. Если я найду какие-то варианты, я обязательно оставлю вам ссылки в инфобоксе. Жилетка с шерстью, тоже Aim.
И она есть, кстати, в разных расцветках, очень классная пряжа. Я выбрала для себя гладкую вязку, чтобы не выглядеть таким слишком большим объемным облачком. И вот так можно носить, вместо рубашки можно выбрать лонгслив. Но, честно говоря, я люблю рубашки и даже в такой обычной жизни, не в офис, надеваю их. И посмотрите, как здорово сюда вписалась и эта сумочка. Скажите, как вам такой наряд? Я чувствую себя максимально комфортно в таком сочетании вещей. И обязательно будете меня видеть во влогах или где-то в Инстаграме, опять же. Потому что это то, что мне по душе, и то, что я надеваю, вообще как-то не парюсь. Кстати, каждая сумка приезжает в красивой коробке, была еще перевязана белой лентой, но я не выдержала, сразу распаковала. И также к каждой из них прилагается пыльничек, вы потом можете или перевозить эти сумки куда-то, или хранить их, если это, например, какой-то сезонный вариант. Тоже покажу поближе, чтобы вы могли рассмотреть. Кожа такая зернистая, то есть она не будет царапаться. В этом вы уже могли меня видеть. Это жилетка, да, это не свитер, это жилетка вот такая интересная, с высокой горловиной. И здесь, как видите, нет рукавов. А на мне сейчас платье-рубашка, которое я покупала на ASOS 100 лет в обед этой вещи и до сих пор продолжаю носить. Очень здорово это смотрится с кожаной курткой, и при этом мне даже тепло. И если вас смущают объемные рукава, то жилетка это, конечно же, выход. Я от души рекомендую те вещи, которые вот мне сейчас понравились, нахваливаю. Не потому что я хочу кому-то угодить, это действительно... Вот не реклама, я балдею от жилеточки. Кстати, куртка у меня тоже с этого года, в феврале где-то покупала. Это премиальная коллекция H&M. Чем дольше я ее ношу, тем больше она мне нравится. Это, мне кажется, вещь на века, супер удачная, без каких-то дополнительных, знаете, там, декораций, скажем так. Максимально универсальная, крутая кожаная куртка, она у меня в 36 размере, чуть-чуть растянулась, и вот, когда было холодно, я надевала просто футболку, да, мне казалось, что можно было бы и меньше, а сейчас под свитер я понимаю, что нет, правильно я сделала, что взяла на размер больше. И что самое интересное, сейчас на мне не леггинсы, а это плотные теплые колготки. Я покупала их в аутлете Кальцедонии в Кракове, но я думаю, что во многих других брендах есть, например, шерстяные колготки, или можно надеть леггинсы. Те же самые сапоги. Иногда я хожу в резиновых сапогах черных, гуляю с собакой, потом быстро переобуваюсь, и я готова ехать в город. Сумочку я видоизменила сейчас. Видите, что я оставила только главное отделение и цепочку. То есть вот такую ручку. У них есть несколько способов доставки. Они вообще доставляют по всему миру. И также вы можете заказать домой, например, попримерять, рассмотреть качество, там определиться с цветом и оплатить уже на месте. Следующая пара обуви – это, конечно, мечта. Когда я их увидела, я не смогла устоять. Вот так они выглядят. Не слишком блестящая кожа, смотрятся очень круто, но покажу вам, в чем проблема с ними. И когда открываешь коробку, то в нос бьет такой аромат настоящей кожи. Они, конечно, роскошные. И по размеру 37 так плотненько, но мне кажется, что они разносятся. Даже с тем платьем, которое я примеряла, они выглядят волшебно. Если бы не одно «но», если бы не лично моя особенность. К самим сапогам у меня вообще нет вот... ни малейшие претензии. Мне прям, не знаю, так хочется их оставить, но я боюсь, что это будет препятствовать полному наслаждению от использования, от носки этих сапог. Я не могу сказать, что у меня прям супер толстые ноги в области колена, но мне кажется, что они вот как-то некрасиво здесь впиваются. То есть, видите, здесь снаружи есть разрез, и как бы все хорошо, может, я уже выдумываю, сама себе придумала что-то, но мне кажется, что они вот как-то некрасиво в этой области прям так впиваются, нет? Что скажете вы? Мне кажется, что когда вещь подороже, то не может быть каких-то «но». 37-й, в принципе, комфортно. Вот у меня правая нога чуть больше, чем левая, вообще прекрасно, да, 37,5, еще и разные ноги. Ну, вот не хотелось бы, знаете, чтобы они валялись потом... Потому что мне что-то там показалось, померещилось. На ноге они, конечно, смотрятся очень аккуратно, в отличие от многих
сапог такого плана. И также хочу вас предупредить, что на узкую ногу, вот именно здесь, будет хорошо. А если у вас икры, например, большие, да, или чуть больше среднего, то, возможно, будут проблемы, когда будете их надевать и снимать. Поэтому тут уж, ну, нужно учитывать свои индивидуальные особенности. А мне очень хотелось носить их с платьями, также с длинными кардиганами и леггинсами. Я сейчас надела не кожаные леггинсы, а трикотажные под вот такой уютный кардиган, который долго был распродан. Это тоже And Other Stories. Это очень качественный трикотаж. Вот, и не слишком грубый, и при этом приятный к телу. Я все размеры укажу вам в инфобоксе. Помимо платья, которое в 34 размере, я не помню, как я заказывала, точно кардиган серый больше, чем мне нужно. Я хотела, чтобы он был объемным. Кардиган мне нравится, я его уже носила, поэтому он остается, и он с вот такими золотистыми пуговками. Нужно себе заказать еще и серьги такие же. Я даже не знаю, готовы ли вы такое на мне смотреть, но когда я впервые так нарядилась, мне тоже как-то странно было, а сейчас, чем дольше я так ходила по дому, то это найти, то сережки поменять, тем больше мне нравилось, и Томак сказал, что я как из Японии. Мне даже этот наряд чем-то напоминает образ Виктории Бекхэм, и благодаря тому, что брюки прямо в пол, это все вытягивает образ, да, Микки не хватало еще для полного счастья. Только вот с брюками, не знаю я, это And Other Stories, 34 размер, и в талии они нормально, даже вот сюда спокойно влезает палец. А что касается бедер, то прям плотненько, видите, здесь тянет. Поэтому я думаю, если взять 36 размер, они могут быть велики и в талии, и по длине. Мика, тебе, бедная, негде играться в целом доме. Сейчас уже заканчиваем последний наряд. Сумочку я оставила на цепочке, беленькую, для того, чтобы поддержать контрастную рубашку. Рубашка у меня старая Levi's. И здесь еще кармашек, логотип, но топ все прикрыл. Топ я также заказывала в AIM. И у них есть в разных цветах. Кстати, вот я в Заре смотрела, и этот посимпатичнее как-то сел, очень не банально, очень оригинально. Я еще надела сережки такие с жемчугами, и все вместе это как-то так прям стильно, нет? Я понимаю, что это необычное сочетание, да, и завышенные брюки. Я пробовала как-то заправлять рубашку, но вообще не алло получается. На мне это, между прочим, хуже смотрится, чем тогда, когда рубашка вот так вот. Ну, попримерять никто мне не запрещает, а буду я такой носить или нет, я сама пока что думаю. Ну, вот так вот мне, кстати, очень даже по душе. Хотя мне казалось, что такие наряды вот совершенно не для меня. А вот если бы нужно было куда-то пойти, потому что сначала меня прям сильно это смущало, а сейчас, ну, так, интересненько. Вот такая ткань брюк, и они, вот видите, прям в пол. У меня сейчас сапоги на высоком каблуке, и они все закрывают. Я не стала их отпаривать, знаете, испортишь, и потом непонятно, что снимите. А вот такую милоту я заказала в подарок. Не скажу кому, потому что мои близкие люди также смотрят видео, поэтому не хочу задавать все секреты. У меня самой есть такой рюкзак в бордовом цвете, и мне показалось, что вот этот молочный идеально подойдет для моей, не скажу кого. Здесь такие удобные широкие ручки, они не впиваются в плечо. Также множество карманов, здесь вот наружный, все застегивается, видите, такие прикольные детали с этой стороны, со второй также. Я всегда обращаю на это внимание. Еще один карман на замке. И помимо этого есть, например, для какой-то мелочи, для телефона, очень красивое сочетание молочного оттенка с коричневым. Это тоже, как и в случае с сумочками, кожа. И это просто идеальный подарок. Точно так же, как сумочка. Я часто дарю, между прочим, сумки и косметику своим близким. И всегда все довольны. Так что вот такой малыш, не малыш. Он очень-очень вместительный, но мне как-то хочется мило его назвать, потому что он очень крутой по качеству. И я уверена, что
мой близкий человечек будет носить с огромнейшим удовольствием, потому что я показывала бордовый и слышала о восторге. Оля, Оля, где ты нашла? Кстати, они тоже есть в разных расцветках, поэтому высматривайте, это тоже милс-карта. На этом мы с вами будем прощаться. Я надеюсь, что такой формат видео вам, как говорится, зашел. Все ссылки, если вдруг вас что-то заинтересовало, вы найдете в инфобоксе. Я очень рассчитываю на то, что вы вдохновились. Это самое главное. Ну а теперь пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.